Всем привет! С вами я, Супер, сегодня будет видео про халяву в CSGO, это первая часть. Значит, CSGOFast.com это никакой не пиар, хотя если у меня на никнейме elitecase.net. Потому что я CSGO играю и играю на карте Cobblestone и в надежде, что выпадет АВП Dragonlore. Хотя у меня не выпадает, там очень шанс очень маленький, я читал в различных вопросиках в Steam, говорят, что зимой больше шанс выпадения, потому что летом играет CSGO больше игроков. Хотя, я не знаю, мне кажется, зимой больше играет. Так, FreeCoins, халяву вы получаете по ежедневно по 10 монет, то есть, в общем, если так подумать, 150 монет за 15 дней. И в магазин заходим. Как видите, за 10 монет можно купить 3 кейса или какой-то ширпотреб, который стоит 0,03 цента. Торговой площадке. А если будете сами продавать, как вы понимаете, он будет еще дешевле. Вау, я даже не знала, что можно купить стартрек. То есть, вы понимаете, да? То есть 150 монет. Я не знаю, как их проебал. Но я их проебал, конечно же, в даблгейме. За 150 монет вы сможете купить такой прям дорогой Desert Eagle. Ого, можете купить и Sun in Leo. Вот. Aqua. Трассы, ну и различные наклейки в виде пони, стикер Team Dignitas, то есть киберспортивная наклейка, Diamond, Даймия, вот. Разные пушечки можете купить, либо сыграть в Double Game, и я всрал свои монетки в Double Game. Да, тут можно и всрать, и можно и поднять. Сегодня мы будем на последние 150 монетки, то есть на 10 балансе, будем поднимать, я не знаю, пытаемся ножик поднять. Скорее всего, я не подниму, а какой-то ширпотреб точно. Был, значит, черный, да, получается? Может быть, еще раз черная будет ставка, либо красная. Насчет зеленого я не уверен, потому что он уже выпадал. Давайте на красный попробуем. Я успешно разместил ставочку и надеюсь, что затащу, потому что я не знаю. Не выиграем так, в принципе, ничего страшного. Так, значит, ничего не проебали. Ах, надо было на зеленку, представляете? 140, потом еще со 140 на 14x, блин, я что-то сглупил. Эх, ну ладно, бывает такое вот, так что не советую в дабле открывать и играть. Слушайте, тем более не советую играть. Хотя здесь некоторые люди поднимают шмот. Крутой шмот поднимают. Ну, это уже ваше решение, чего хотите. Можете открывать, даже можете в классе гейм. Но тут в классе гейм, как вы понимаете, топят ножи, кейсы, музыку даже, набор музыки. Ёкарный бабай. Электрический улей стартрек. Ужас, какие вещи топятся. Тут даже бывает иногда 100 тысяч рублей, может даже больше. Некоторые выиграют с нулевым почти шансом, там 0,01 даже, наверное, бывало все-таки. Все-таки этот сайт уже долго работает. Ну, с вами был я, Супер. Если вам понравилось это видео, поставьте лайки, подпишитесь на мой канал. Кстати, есть у меня группа ВКонтакте, можете подписываться. Ссылочка будет в описании ролика. Все, всем удачи, всем пока-пока.